В минувшую субботу в 11:30 утра на акватории полноводной речушки Исети прошло традиционное ежегодное весеннее водное шоу «Майский экстрим», организованное телевизионным агентством «Урала». Как и в прошлом году, стартовали майские экстримеры на плотинке, финишировали в парке Маяковского. Общая длина трассы ровно 4 километра по кривой извивающейся водной артерии. По доброй традиции, перед началом заплывов спортсмены учинили свою любимую забаву — прыжки с мостика на каяках, то есть одноместных лодках. В этом году награда за лучший прыжок не присуждалась. Ныряли просто, не корысти ради, токмо удовольствия для. Львиную долю участников майского экстрима составили ребята из турклуба «Ургу». В самом скоростном и престижном классе одиночных каяков в качестве фаворитов рассматривались прошлогодний победитель майского экстрима Василий Порсев, герой многих спецпроектов ТАО, и его извечный противник и до кучи добрый товарищ Сергей Муравьев. Перед стартом они кивали друг на друга и спорили: «Я тебя порву». «Да нет, а я тебя порву». «Это ты-то меня порвешь». «Ну, порви». «Ну уж нет, давай-ка ты меня порви» и так далее. Корреспонденты 9.5 более всего порадовались, увидев среди каякеров Владимира Рыкшина, дважды героя книги Гиннесса, знатного альпиниста, гонщика на собаках из Пелеолга. Он всего в третий раз в своей жизни сел в каяк и вот сразу подался на соревнования. Это смело и достойно. Впрочем, ничего удивительного, ведь учителем у Владимира был Василий Порсев. За два занятия обучил. Всего на майский экстрим образца 98 года заявилось 13 каякеров, 7 двоек и 8 четверок, среди которых был единственный чисто женский коллектив. Заранее было известно, что победитель среди женщин будет награжден отдельно, и эксклюзивная четверка Петрова, Шунина, Теткина, Соболева прилагала все силы, чтобы победить. По ходу заплыва песни пели. Женщины на четверке стартовали в первом заплыве вместе с двойками. Через 3 минуты понеслись четверки мужские, и еще через 3 минуты в последнем заплыве толпа каякеров. Телевизионное агентство «Урала» отслеживало ход гонки со всех промежуточных мостов, запечатлевая течение водного шоу на 5 камер. Сегодня подробно о весеннем экстриме рассказывать не будем, ибо это тема отдельного спецпроекта, который выйдет в ближайшее время. Отметим лишь, что среди каякеров первенствовал опять-таки Василий Порсев, ставший уже 2-кратным чемпионом майского экстрима и подтвердивший свое право называться лучшим каякером Урала. 4 километра Василий прогреб за 20 минут 7 секунд. Он улучшил прошлогодний результат на 2 минуты. Сергей Муравьев отстал от него на минуту 13 секунд. Среди двоек победила пара Дамир Загидулин, Илья Подберезов. В женском разряде чемпионствовала единственная дамская четверка, собравшаяся воедино за 5 минут до старта. А у мужских четверок первое место заняли ветераны водного туризма и рафтинга Ракитин, Мещеряков, Ройгбаум и Мурзин, тоже решившие выступить буквально за 20 минут до заплыва. Еще отмечу, что заради соревнования уровень воды в Исети был поднят выше, чем в прошлом году. Под мостом на Белинского спортсмены через трубы перелетали без заминки. В оконцовке экстрим-шоу победители получили ценные электротехнические призы и шампанское. И на радостях закончили майский экстрим тем же, чем и начали — прыжками с моста. Все подробности субботнего экстрима в спецпроекте.